Помним, в прошлом видео по шибе было открытие в точке 1, точка 1000. Как и говорил, вот после того, как сформировались вот эти две точки, то в целом идеальные точки для следующих приобретений или открытий позиций, это либо вот здесь, либо вот здесь. То есть, если цена уходит все-таки наверх еще раз, то будет реальным и хорошим входом здесь, допустим, вниз взять, или здесь взять вверх. Потому что основные, в принципе, две точки сформировались, и в этом треугольнике можно по-хорошему не заигрываться и взять всего лишь еще дополнительную точку у того или другого уровня, смотря куда цена будет идти. Будем наблюдать за этой картиной. Возможно, опрос я еще не запустил, но уже снимаю второе видео. За год монетка Культ, которая не поддерживается фондами, портфолио у нее не присутствует, двигается она сама, за год сделала 53 икса, 49%. Причем цена находится, как ты видишь, на низком уровне по сравнению с тем, куда цена приходила. То есть там иксов было гораздо больше, в раза 3-4 больше. То есть это в районе где-то 150-200-300 иксов с точки, с которой она вышла. Минимальная точка у нее была 6 нолей 153 пункта. Зеленым отмечено сверху, она закрывала, получается, оставляла за собой 4 ноля и 670 центов. Вот, мы, получается, разделили большую стоимость, до которой она доходила, поделили ее на минимальную стоимость, которую удалось зафиксировать на криптопузырях. Нажимаю кнопку равно, и тут получается 437 иксов. Множим на 100 долларов, это 43 799 долларов. Несмотря на то, что она подсвечивается, показывает, как бы притягивает внимание за год, сейчас мы еще высчитаем, если цена возвращается все-таки на прежнюю стоимость свою. Так, это сегодняшняя стоимость, и добавляем прежнюю стоимость. Также 4 0 670, это туда, куда цена приходила. И в итоге с сегодняшней точки, если кто-то садится в эту монету, это 7 иксов. Множим эти 7 иксов на 100 долларов, это получается 759 баксов. Уже совсем не те иксы, а вылавливать серьезные монетки достаточно непросто, даже когда она стартует. Потому что, ну, не совсем понятно, насколько в выгодную точку ты входишь сейчас, на момент запуска какой-то новой монетки. Поэтому мы с командой искали что-то подобное, подобную платформу, которая бы давала возможность продавать монеты. Вот наша цена. 3.01 пункт. Нибиру тоже 3.01 пункт. Выкупать, не париться, ловить, не ловить, вылавливать, выкупать уже после того, как она выйдет на рынок. Ну вот, смотри, цена вышла на рынок по 153. Ее вот нужно было как-то поймать, но она полетела вверх, потом отскочила и долгое время барахталась вот здесь. Тем, кто покупал до выхода, наверное, даже имеют больше 53 иксов. Даже не наверное, а точно. Потому что при листинге цену, в принципе, всегда достаточно завышают для нас, пользователей, новичков, которые приходят сюда. Почему я об этом рассказываю? Потому что, ну, здесь реально присутствуют достойные иксы, возможности и риск, и возможность заработать гораздо больше, чем сравнивать просто трейдинг, торговлю. Ты видел, какие цифры? С помощью торговли, трейдинга взять 100 долларов, ну, сколько можно здесь наторговать. Это уйдет, скорее всего, чтобы так вот не врать, первое знакомство мое вообще с торговлей происходило таким образом, что получился выигрыш, как бы вот воодушевление, почему я здесь и остался, воодушевление, не вывел эти деньги и все потерял снова в ноль. Я понял, так, значит, здесь можно зарабатывать, то есть здесь, в принципе, плюс-то у меня был, пусть он был на экране, но что-то же я вроде бы понимаю. Можно же этому научиться. Но невероятно много ресурсов еще сливал. Ну, как бы сливы были, приходил, сливал, приходил, сливал, приходил, сливал. Очень много сливал. И многие трейдеры говорили, что дело в психологии. Я пошел искать тренера, который меняет эту психологию, который действительно меняет жизни, помогает переписывать свои прошлые какие-то боли в ресурсное состояние. Я нашел учителя, перенял все знания, какое-то время тоже торговал. Но тем не менее, осознаю, что то время, которое ты теряешь просто, ну вот, торгуешь,
оно же уходит безвозвратно. Поэтому принял решение находиться вот в таких закрытых инвестициях. На сегодняшний день, кстати, открыт сбор по порт 03. Это опять новый проект. После этого проекта выйдет еще два новых проекта. Я видел, взял дневку, масштабно посмотрел на это все. Сейчас вот вижу, такая в 5-минутных свечах сформировалась поддержка на проливах вот этих, от которой цена вот пытается отскочить. Тут есть, получается, двойная вершина наверх, выходящая. И здесь тоже. И вот эти, получается, вершины выше предыдущих. Для меня это намек на разворот. Но опять же, он будет не совсем долгим, не очень долгим. По поводу проектов, которые здесь выходят на этой платформе. Ну вот взять, к примеру, один из проектов, такой как Altarverse. Сюда зашел, значит, Binance, MEX. Ну и вот весь список Bitmart, список фондов, который зашел сюда. То есть весьма серьезные ребята заходят сюда. Ну а потом уже заходим мы, как децентрализованная комьюнити, которая... Для чего вообще нужен объем людей тоже со дна? Ну, то есть входить со дна с небольшой суммы. Для чего? Потому что, ну, большие ребята с деньгами, они могут поддержать монетку финансово. А люди нужны для того, чтобы, в принципе, проявлять активность, ставить лайки и прочее. За это, соответственно, будем получать соответственные суммы за эту всю активность. Потому что, ну, будет весьма приятно, когда ты какое-то время держишь монетку на $100, а потом она раз и 400 иксов дает тебе. Ты как бы особо не переживал, куда там, когда купить, когда продать. А все выходило последовательно, частями. И ты тогда можешь, получается, совладать с собой, и даже пусть частями ты вытаскиваешь с этой монеты, то там будет там 50 иксов вытащил, допустим. Часть еще пришла, то есть это называются разлоки монет. На 150 выросла, часть забрал. А сейчас мы, знаешь, что еще по битку что-нибудь посмотрим. По битку идет треугольник на расширение. Снова мы видим, получается, вот эту точку, вот эту точку, вот эту точку и вот эту точку. Четыре точки сформированы. Так, если монетка пройдет еще раз сюда, то в районе 14 можно тоже открыться, если такое предвидится вообще в ближайшее время. Ну а если мы будем касаться здесь, то есть вероятность еще и пробития. Вот, буквально по битку уже можно выставить на 100 иксов, то есть 100 иксов это плечо, кредитное плечо. Я выставляю x2. Кредитное плечо это, ну, для жадных, потому что ты не сможешь установить такой слишком безопасный вариант торговли, и быстро тебя может скинуть. Сейчас посмотрим на 5 минутках и постараемся открыть на 5 минутках. Будет ли оно отличаться открытие на дневных или 5-минутных свечах. Так, здесь видим, много раз мы проваливались. Здесь уже формируется как будто тройное дно. Можем отскочить наверх, но можем провалиться. А, потому что вот эта вот вещь, она ниже предыдущей. Если здесь мы видели, что цена показывает, что мы выше предыдущего пика, то здесь уже показывает ниже, поэтому может уйти вниз. Также на свечах 5-минутных мы видим большое такое скольжение резкое вниз на 6%. Было это 3 марта. Тут опять же можно выставить, получается, 1% от депозита, либо выставить 10%. Так, выставляем, допустим, 5%, беру лонг, выставляю точку прибыли, допустим, 50%, и убыток на 30% пусть будет. Так, 18%. Цена маркера будет 18, 27 тысяч это 50%. Прикинь, вот казалось бы, на 5-минутных свечах открываем, а цену, чтобы 50% сделать, нужно, чтобы монетка выросла аж до 27 тысяч долларов за биткоин. Ну это капец вообще, это ждать сколько. Хотя может оно и быстро произойти. Такое тоже может быть. Стоимость, значит, будет в $11 оцениваться. Такая открытая сделка на 5%. Стоимость лонга будет 11.01, а стоимость шорта 11.02. Окей, давай лонг, короче, ставлю. Так, видим, что тут. Плечо 2, стоимость 11.1. Рыночный ордер, все, нажимаю кнопку подтвердить. Все, получается, открылись по битку. На 5-минутных свечах даже не видно, где мы там открылись, где нам что. Где мы что выставили. О, и начинающему, даже кто будет за мной повторять,
Рекомендую небольшими суммами, тут даже и долларом можно ставить, и двумя, и тремя. Вот как мы видим, что пусть оно с плечом, но вот 3 доллара 99 центов изолированное, 11 долларов, 10 долларов, там такое. Чисто понаблюдать, просто психологически привыкнуть к этому. Как, где, чего. Есть такая, конечно, история, что вот то, что мы не очень высоко сейчас задрались. Вспоминая просто прошлые истории по таким вот торговлям неожиданным. Вот здесь мы находились на дне, раз, расторговка, цвет меняем. Потом еще раз, ну распилили кого надо, снова попилим, а потом уже можно в это вниз уйти, возможно, еще раз. Погрузиться куда-то. Опять же, один из исходов, не надо принимать весь спектр и объем этих исходов, чтобы это было действительно рыбалкой, а не желанием заработать много. Кто хочет заработать много, тот берет, напрягается и заходит внутренние монеты. Вот где действительно есть иксы. Почему? Когда дом есть еще всего лишь на плане, и его дешевле всего купить. Когда уже там начинают вставлять окна, меняют интерьер, он становится дороже, квартира становится дороже. Мы, в принципе, еще на стадии планировки закупаем эти монеты. Поэтому на рынке цена будет гораздо выше старта. То есть по всем этим монеткам, на какой-то монетке у нас уже есть по факту плюс 5. Где-то по факту есть плюс 2 икса, плюс 3 икса уже при выходе. То есть обговаривается цена выхода. И в точности эта цена соблюдается. Если посмотреть на прошлые истории прошлых монет, также будет полная папка в конце этого видео. Там я собрал вот чисто полную историю исторических вот этих монет, которые выходили на рынок. Также хотел бы поздравить женскую половину нашего коллектива с женским днем. И также CoinMarketCap поздравляет, очень даже красиво это выглядит, с помощью своего лейбла. Вот странно, да, на рынке все красно, на 7 днях минус 7%, 7 дней уже минус 6%, по шибе 11%, 72%, то есть в минус уходим. И я почему-то встаю в лонг. Зачем? Странно, да? Логичнее же было встать в шорт и идти всем, со всем рынком на дно. Логично. Ребята, в общем, запускают бета-версию публичную Шибариум, которая стартует на этой неделе. Все подробности уже выложили, как стартовать эту бета-тестирование. Меня как-то такое тестирование пока не привлекает. Монетку Бона залистили на Crypto.com в раздел Trade. 20 марта уже, в принципе, предпосылка вот тестирования метавселенной будет запущена. На графике, блин, мы достаточно плавно так. Плавно спускаемся, плавно поднялись. В течение одного месяца тоже в красной зоне спускаемся вниз. В течение года вот такие тут качели. Также напоминаю, в случае желание там выйти из позиции, там, к примеру, 20-30% что-то выскочило. Ну, надоело наблюдать, надо куда-то деваться. Просто либо по лимиту это у тебя выкупят эту позицию, подождать надо будет. Либо по рынку закрываешься, по рынку закрываться быстрее, но не так выгодно. Благодарю за лайк, благодарю за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео. Ну и до новых встреч.